Всех любителей фиалок я приветствую на своем канале. Сегодня я все-таки наконец-то хотела показать вам, что у меня есть в излишках, если кто-то захочет заказать у меня почты где-то примерно после 12 мая. Смотрите по вашей температуре, только давайте делать с вами, договоримся делать заказы, только если я смогу вам почти сразу же отправить. То есть это где-то 12-16 мая, чтобы у меня просто все это не стояло, потому что растения все-таки растут, и цена немножко меняется. Да, она меняется там на 30, на 50 рублей, не критично, но все же. Вот. Поэтому кто-то, может быть, по Москве или у кого позволяет погода, пожалуйста. Значит, смотрите, у меня есть два N Адам. Вот один, вот второй. Примерно где-то под 350 рублей они будут. Есть Сесси Систер, которая зацветает по сорту. Это просто здесь капнула грязь, я потом ее помою. Видите, она уже по сорту. Тоже где-то 350 рублей. Hunter's Taste of Hokies. Рублей 250-300. Я потом, вы мне будете писать, я вам уже скину списочек. Все свои координаты я оставляю под видео, ВКонтакте, в Телеграме. Вот, также можете мне потом, я вам дам телефон, написать в WhatsApp. Так, это последняя розетка у меня уже забронирована. Есть у меня вот несколько таких деток, тоже, наверное, стартеры, да, Бере Планида от сортового листа. Одну я себе ставлю, остальные хочу, конечно же, распродать. Они у меня очень много места просто занимают. Последний остался подснежник мини. Где-то рублей 200-250. Вот такой Млечный Путь маленький. Тоже где-то рублей 180-200. Химера. Балчук, Северная сказка. У меня их несколько штук, где-то по 350 рублей. Так, это что-то мое. А, и вот таких у меня много деток. Это АГ Лавандовые сутенки и Запальный нич. Где-то по 200 рублей. Они немного руки вверх, потому что стояли в теплице. Вот я их специально постепенно выставляю, чтобы они выправлялись. Так, что еще? Так, это у меня, тоже у меня их несколько, АВ арбузный снег, где-то рублей по 200-250. Есть поменьше за 200, вот это, по-моему, покрупнее будет. И здесь у меня еще, смотрите, сколько химер. Я намножила, рано просто, видимо, начала множить, и поэтому у меня их получилось много. Смотрите, намочила здесь, мимо пролила, и вот теперь... Вот таким образом от лампы у меня сгорело. Так что, когда поливаете, вытираете сразу, если где-то вы мимо пролили. Получился у меня ожог. Так, это СГ лесная кувшинка. Они все по 2000. Вот у меня их 4 штуки. Есть у меня еще укорененный лист Ян Каприза. Вот видите, там уже детка появилась. 150 рублей. Вот он, Ян Каприз, красивый. И есть у меня одна или две небольшие детки. Они такие относительно кривенькие. Сейчас их выпрямляю. Это дамасская роза. Смотрите, какие крупные цветы. Если не почта, то, в принципе, могу и эту розетку продать. Рублей за 400-450. Себе, соответственно, оставить детку. Но не почтой. Она довольно-таки крупная. Смотрите, сколько у меня уже выросло деток. Это потому, что все никак не особо не откроется почтовый сезон. Вот она, вторая розетка арбузного снега зацветает уже. А вот дамасская роза, видите, небольшая. Так, значит, вот еще несколько БР Планит и РМ Лавиния. Тоже несколько, примерно 250-300 рублей. Они уже очень крупные. АВ просто космос. Цветет по сорту 300 рублей. Он уже по сорту, просто лампа разойдет сейчас. Видите, по сорту.
Последний остался просто огромнейший куст. Trail Along. 350 рублей. Это ландыш серебристый, где-то рублей 250. Аве Тайна. Ой, тот экземпляр вам не показала. В общем, есть у меня экземпляр, по сорту уже расцветает, 350 рублей. Тоже цветет по сорту, это Сим-Сим Magic Bells. Уже взрослая розетка, 450. А вы, я покажу вам розам, тоже крупный пасынок, 300, наверное, где-то. Так, это тоже несколько у меня есть покрупнее, есть помельче. Химера Eternal Orbit. Вот она у меня цветет, у меня ее много. Также Pixie Blue у меня разобрали, могу срезать голову. Где-то 150-200 рублей. Также у меня несколько взрослых. Одна на броне. И вот, наверное, одна у меня осталась, да. Леосоль. Не знаю, розовит, не розовит. Вот она такая. Взрослая розетка. Вот такая взрослая розетка. Это ТСР. Вечерний Кишинев, есть взрослая цветущая, и есть еще такой стартерчик. Взрослая 450, стартерчик 250. А Pink Mint у меня несколько голов, штуки 3-4 есть где-то по 150, по 180, смотря какой размер. Вот несколько у меня таких химера Онтарио. По где-то 300-350 рублей. Вот вторая она. Мне кажется, у меня их было несколько. Потом у меня несколько, вот видите, Макс Пицца Пицциката. Вот их даже три штучки. Нэнси Долл Фейс. Этот ДС Волшебный Бутон. Где-то они все примерно по 200-250 рублей. Детки, я дороже не ставлю. Это у меня Леника Спорт, то есть она такая светленькая. Так, и наконец-то у меня получилась вот одна Пангея. Одна уже продана, и вот одна осталась, это детка. Вот то, что она так скручивает листья, это вот сортовая особенность у нее такая. Белый волк ушел в белый, так что не предлагаю. Этот еще маленький. Также у меня есть Эмеральд Белл. Вот смотрите, есть пасынок небольшой. И есть взрослая розетка, уже цветущая. Вот она, цветущая розетка Эмеральд Белл. То есть что-то я продаю, что-то одно, а я себе оставляю. И вот хотела показать, вот Тайна, Аве Тайна цветущая, 350 рублей. И также я продаю либо листы, либо пасынки со своего спорта. От Joy Spinghala. Вот сорт, а вот спорт. По 400 рублей лист или по 800 пасынок. Вот еще пасынок Онтарио. Вот еще Пицца Пицциката. Вот, кстати, пасынки от Joy Spinghala. Так, это у меня Аве куколка. Это Rob's Twinkle Blue. Тоже я либо взрослая продам, либо вот этот пасынок. Precious Red. RS Ariadna Sport. Он такой бело-синий. Он не полностью синий, раз светлая розетка. Там будет много белого. Вот, кстати, этот Eternal Orbit. У меня их много. Поменьше, побольше. Вот, кстати, у меня есть последний пасынок МТ Мании Величия. Это химера стандартная. И вот здесь два V Sweet Dreams пасынка. Сесси Систер Мини пасынок, поэтому он тут корявенький. И я его тут ковыряла, конечно, иногда пасынкуется. Вот такой пасынок от
LF «Моя любовь». Такой приличненький. Вот еще есть АВ «Тайна», но он не цветущий. То есть непонятно, сорт, спорт. Соответственно, будет стоить дешевле, где-то рублей 250. Из взрослых еще у меня есть «Н. Ночь нежна», уже цветущая по сорту. И «Робс Пенни Анте», тоже по сорту. Взрослая розетка. Так, «Ле цвет калины». У него огромные белые цветы у этого сорта. Очень хорошенький. Это у нас «Вестлис Вампайр Джубили». Цветет по сорту. Где-то 350 рублей. «СК Яблоневый сад». Светлые листы должен быть по сорту. 250 рублей. Вот он, ТСР. Вечерний Кишинев. Подешевле, чем цветущий. А это у меня «Аватар Химерный». 400 рублей. И «Вестлис Эсмеральда Флаффи Пас». Где-то 250, наверное, рублей. По-моему, у меня их несколько штук. Вот такой пасынок от Той Касл. Тоже несколько штук. Еще, кстати, одна АВ «Тайна». Красивые такие листики. И есть еще вот последний Лил Блэк Лакан. Такой голубые колокольчики, трейлер. Кстати, еще одну нашла, МТ «Мания величия», тоже небольшой пасынок. Но она сама не крупная розетка. Не сказала бы, что это прям стандарт, малый стандарт. Вот «Ночь нежна» для тех, кто не хочет взрослую брать. Вот есть такие небольшие пасыночки. Вот один и вот второй. Ну и, естественно, что-то могу предложить вам листами. «Hunter's Bradley Passion». Там есть маленькая детка, но она еще маловато. Листами. «Ревермист Зева», всякий «Ревермист Калипсо», «Бигайлинг». Вот. «Ириш Флирт». Соответственно, «Сим-Симы» тоже листами. В основном миниатюрки по 80 рублей у меня. Вот еще «Ви-Лотос» тоже очень красивый, тоже листами. Вот, так что пишите мне, пожалуйста, куда-нибудь. «Hunter's Cabbage Goddess». И будем с вами списываться, связываться и обсуждать ваши заказы. Всем пока!